Пышные платья, кольца, море цветов, оригинальный торт или необычная фотосессия. Еще немного и свадебная лихорадка охватит Ставрополье. Как лучше организовать и провести главную церемонию в жизни, все ответы можно было найти на выставке, которая открылась в краевом центре. Наш корреспондент Ирина Юревич тоже выбрала себе букетик. Очень сложно посчитать число пар, которые сказали друг другу «да» на свадебных церемониях, проведенных Зинаидой Гальцевой. В ее Кочубейском районе каждый месяц играют около полусотни свадеб. А регистрацией браков женщина занимается уже 26 лет. По итогам первого краевого конкурса на лучшего ведущего торжественных регистраций она завоевала приз зрительских симпатий. Голоса за нее отдали более 16 тысяч человек. Вот такое народное признание. Я думаю, большую роль сыграли именно художественная самодеятельность и дети, которые украшают регистрацию брака, и русские народные традиции, которых мы придерживаемся. Церемония проходила в лучших русских традициях. Здесь и народные костюмы, и традиционные хлеб-соль, переступание через рушник, каравай и еще много свадебных особенностей. Лучшую ведущую наградили во время выставки «Свадебный мир Ставрополья». Проводить ее в преддверии весны уже традиция. Здесь царила особая атмосфера праздника. Свои услуги в организации торжеств предлагали кулинары, визажисты, флористы, фотографы, психологи. Ни одна сторона важного события не осталась без внимания. Интересный факт от краевого ЗАГСа. В последнее время все больше желающих провести регистрацию с национальным колоритом. У нас очень много проживает на территории Ставропольского края представителей различных национальностей. У них самобытная культура, в том числе и культура, которая связана со свадебными обрядами. И в этом году будет целый фестиваль проходить, да, регистрации с учетом национальных традиций. А представители власти края отметили прямую связь между свадебной выставкой и демографическими показателями. У нас больше стало свадеб, у нас больше рождается детей, несмотря на все предрекаемые кризисы и все остальное. Это значит, этому краю нужна еще и культура проведения свадьбы и организации. Кстати, в этом году приятный сюрприз ждет ставропольцев, желающих провести церемонию на свежем воздухе. Будет сооружена свадебная беседка, она так называемая беседка счастья, на Крепостной горе возле нашего отдела ЗАГС непосредственно. И там мы будем проводить не выездные, а регистрации, но на воздухе. Выставка «Свадебный мир Ставрополя» проходит уже в шестой раз. И с каждым годом становится только масштабнее. Здесь на одной большой площадке можно подготовить свадьбу мечты. Найти интересные приглашения, оформить цветами, попробовать торт и найти украшения. Действительно, правду говорят участники выставки, что после таких мероприятий хочется еще раз выйти замуж. Ирина Юревич, Александр Колодко, Ставропольское телевидение.